Горчица зернистая. Можно сделать ее самому легко. Хочется таких икринок, да, чтобы икринки пощелкивали на зубах и корки. И вот горчица очень вкусная, да, но тут бензоат натрия, там сорбат калия, всякие добавки левые. Я делаю ее сама обычно. Просто семена горчицы, они же дешевые, замачиваю в воде. Водой теплой заливаю их. Можно горячей залить. В общем, подсаливаю чуть-чуть. Уксуса чуть-чуть добавляю, так все на глаз прям по чуть-чуть, чтобы вкусик был такой небольшой. Куркумы немножко подсыпаю, накрываю крышечкой, в эту же баночку делаю, вот остается. Я это не ем, там глутамат всякий, да все, ну есть оно у меня в холодильнике, в общем, от гостей осталось. И вот я, короче, потом ставлю в холодильник ее на ночь. Ну, где-то на сутки у меня стоит вот так вот в холодильнике, и она доходит. У нее такой, ну, запах будет немножко... Сера же в ней содержится. Ну ничего, вкусная, классная. Также похрустывает на зубах. Ее многие варят. Сахар даже добавляют, там, уксус, там все дела. Делают всяческими способами. Ну, я просто делаю так, заливаю. Сутки там двое, не знаю, сколько она в холодильнике постоит. И она потом нормально так набухает. Вообще пощелкивает на зубах. Эффект икры есть. А в салаты добавляю также везде. Ну, вредностей поменьше уже. И соль нормальную добавлю. И как надо мне сделаю. Сделать.